«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Из этого утверждения логично следует идея, что если вы поменяете окружение, то вы можете сами измениться. На самом деле в этом есть очень существенный такой важный момент. Не случайно, если человек страдает, например, от наркотической зависимости, мы не можем его вылечить, если он не изменит свой прежний круг общения. Потому что действительно близкие нам люди, с кем мы общаемся, нас в значительной степени определяют. Но просто отказаться от круга и оказаться в другом невозможно. Вы в другом круге окажетесь, если вы этому социальному кругу будете чем-то интересны, почему-то нужны там, и так далее. Да? Вы должны суметь что-то привнести в новый социальный круг. В этом случае вы в нем окажетесь, и он уже будет в значительной степени определять вас. Поэтому можно, но тут чуть-чуть все сложнее.